Приветствую вас на нашем канале Мото Трейл Ретроцикл. Меня зовут Юрок. Мы занимаемся реставрацией мотоциклов и автомобилей в нашей мастерской Ретроцикл. Буквально вот только что меня оторвали от нашей новой приобретенной вещицы, которая называется токарный станок. В общем, яркий пример того, как инициатива издевается над инициатором. В общем, как только мы его купили, и, естественно, свалились на меня все кругом. Юр то, Юр это, вытащи, заточи. Короче, станок не останавливается. Вот в рабочем как был, так и есть. Попробуем рассказать про то, что мы сделали с этим мотоциклом М72. Это тот самый мотоцикл, который приехал к нам в более-менее хорошем состоянии. Все тогда нам писали комментарии про то, что, мол, хороший мотик, нехрен запускать все наши шаловливые ручонки в него, все там так зашибись, с виду отреставрированный, хрен вы к нему придолблись. На самом деле все было не так хорошо, как кажется снаружи. Залезть пришлось в каждый узел, в каждую деталь. Ничего мы не обошли стороной. Вот. И мотоцикл уже в данный момент полностью готовый к тому, чтобы его вручить заказчику. Перед нами стояла задача сделать мотоцикл образца 1942 года, что мы постарались воплотить. Кто знает историю вот этих вот модификаций мотоциклов М72, я думаю, в них разбирается и знает, что вот у нас получилось сделать, а что нет. И какие отличия вообще были у мотоциклов военного времени от мотоциклов гражданского времени и вообще по годам, какие были у них у каждого различия. На самом деле информации по этому поводу очень мало и, опять же, она очень разная, потому что во времена войны не было какого-то конкретного стандарта, и во многих своих аспектах там люди обходились по ситуации. То есть и те же кофры, и ящики под патроны они вешали, как придется по ситуации, то есть не всегда было какой-то конкретный стандарт. Те же самые вилки, крылья и рычаги тоже устанавливались вне зависимости от того, какой был все-таки год. Потому как, если представить себе склад с запчастями, да еще и в военное время, и представить, как это собиралось, и что какой-нибудь там, скажем, знаток, как будто бы сегодняшний, да, вот который сидит там на диване и говорит, что знает, вот такие-то фонарики были, скажет тогдашнему технологу или главному инженеру, что вот нет, нельзя ставить вот такое крыло, потому что у нас сейчас на дворе 42-й год, а мы ставим крыло 41-го года, то его тут же поставят к стенке и расстреляют. Каждому заказчику в нашей мастерской у нас подход индивидуальный. Каждое требование учитывается. Но мотоциклы у нас проходят все без исключения, полный комплект и спектр всех наших работ и услуг, которые мы вообще делаем с мотоциклом. В общем, ни один мотоцикл не обходится без какого-то конкретного спектра действий, которые мы проводим с каждым мотоциклом. Вот, допустим, М72. На любом моторе мы растачиваем поршневые под 79 мм, кованые поршни фирмы «Автотехнология». По-любому всегда меняем подшипники, сальники, прокладки. Ставим новые шестерни коробки передач, если это требуется. Всегда мы пескоструем все детали, это без исключения. Весь алюминий мы обрабатываем кварцевым стеклом, это мы делаем у себя в мастерской. Все, что нужно на нем полировать, если это, допустим, гражданская версия, мы отполировываем. Все, что нужно было подвергнуть гальванике, мы подвергаем гальванике. Все железо без исключения подвергается обработке в нашем кузовном участке, поэтому шпаклевки мы стараемся положить минимальное количество, чтобы скрыть, грубо говоря, следы от напильника. Потом все несущие кронштейны мы красим порошковой краской, колеса мы всегда переспецовываем и резину одеваем всегда также новую. Касательно расходников, все наши резиночки, которые на руле, резиночки, которые на подножках, резинки на баке, все, естественно, мы стараемся поставить новые. Касательно салона коляски, либо если мы говорим про сиденья, они тоже всегда у нас перешиваются, обтягиваются новой кожей и устанавливаются с подгонкой по всем параметрам в коляску, либо же на мотоцикл. В этом мотоцикле у нас на самом деле гальваники минимум. Здесь весь крепеж, а также всякие несущие элементы покрыты желтым цинком, ну как это и было. Хрома здесь практически нет, он фактически отсутствует. Внутри, в коляске, царствует аскетизм, поэтому здесь присутствует только лишь сиденье и деревянный, как его называют, трап под ноги пассажира.
В боковом прицепе довольно просторно. Здесь удобно будет сидеть и высокому человеку, и низкому, из большой комплекции, из с малой. Проектировался мотоцикл как военный, и, соответственно, был он скопирован с мотоцикла BMW R71. Те же ребята все-таки готовились к ведению боевых действий, и тогда еще спроектировали мотоцикл с достаточной прочностью и с ресурсом на то, чтобы воевать. Наши же скопировали эту версию, приспособили под Советский Союз, сделали ее более дешевой, более ремонтопригодной, и получилась действительно хорошая машина, которая позволяла воевать и вести действительно боевые действия на ней, и использовалась она довольно-таки активно, и произведено их было очень даже много. Вот. Несмотря на то, что коляска и мотоцикл, опять же, гражданские и военные, они с виду-то похожи, но разница на самом деле большая. То есть та же даже люлька, она из более крепкого металла сделана, она действительно тяжелее. То есть никто не даст соврать, коляска военная и коляска гражданская, она действительно по весу отличается. Ну, не говоря уже о сварных швах. То есть сварные швы тогда использовали как вот... Варится, значит варится, потому что нужно было делать быстро, нужно было делать срочно, поэтому на красоту никто особо упор не ставил. Нам в нашей мастерской нравится реставрировать мотоциклы М72. Ну, во-первых, потому что после того, как они готовы, они действительно готовы к тому, чтобы передвигаться, они ездят, они заводятся. На них есть довольно много запчастей, то есть не начиная от этих вот всяких вот резиночек, заканчивая выхлопной системой и колесами. После того, как мы его собрали, всегда ставим на них новые карбюраторы. Вот с этими новыми карбюраторами он работает действительно хорошо. Он заводится, он держит холостые обороты, он набирает рабочий ход. В общем, мы их всегда ставим на нижнеклапанные моторы, потому что, во-первых, они похожи на настоящие, а во-вторых, они всегда будут лучше, чем убитые, ушатанные старинные карбюраторы, которые прошли уже не одни руки, у них уже все раздолбанные жиклеры и так далее. Вот, поэтому... Да, хорошие карбюраторы. Подводя итог, мотоцикл М72 действительно хорош и для своих лет, и для сегодняшнего дня. Пройдя реставрацию в нашей мастерской, он приобретает хороший вид, а также хорошие ходовые качества. Если вы захотите реставрировать себе такой же мотоцикл, либо сделать его в гражданском варианте, мы с радостью возьмемся за эту работу, потому что именно этим мы в нашей мастерской и занимаемся. Поэтому смело звоните по контактам, которые будут даны в описании, и мы поможем вам определиться с вашими желаниями и сделать мотоцикл именно таким, каким вы его себе представляете. Меня зовут Юрок, я желаю вам всем ровных дорог.